Я знаю, у вас сейчас много вопросов. Но да, я решил записать ролик про Бравл Старс. Пожалуй, начнем с того, что я не новичок. И как видите, у меня есть 47 тысяч кубков, а это как бы немало. Также есть немало бойцов на 25 ранге. Я думаю, те, кто играет, те шарят. Но я знаю, что это не супер особенность, но все же. Поэтому да, те, кто не знал, я играю в эту игру уже больше 5 лет. Вот даже где-то вот здесь вот вроде бы можно посмотреть, с какого я года. А, ну вот, написано, учетная запись создана в 2019 году. То есть я прям, ну, нормальный такой олд Бравл Старс, поэтому, ну, все-таки за 5 лет как будто можно хотя бы один видос попробовать записать. Ну, а что я, собственно, хочу сделать? Появился у нас вот такой вот персонаж, зовут его Кленси, он даже еще, ну, по факту в игре не появился, вот через 4 дня появится. Но его можно было купить, я его купил, потому что я подумал, что этот боец, ну, прям очень имбовый, нужно его быстрее покупать, ну и хотя бы на 25 ранг его поднять. Также у нас вернулись мегаящики, да они вообще скоро пропадут уже. Я, кстати, могу, по идее, сегодня открыть. Да, но это мне придется сыграть сейчас во все вот режимы, забрать вот эти вот звезды. Ну и до конца видоса я попробую апнуть его, как я уже сказал, на 25 ранг. Так, это режим зеркала. Все здесь играют за Шелли, окей. Ну, хорошо, что в этом режиме вообще не отнимают кубки. Это чисто фановый режим. Вот это я, кстати, выжил хорошенько так. Да, по-моему, все, это конец. Кстати, интересно, сколько людей среди моих подписчиков играет в Brawl Stars? Можете написать в комментариях. Ну. Ладно, шансов по... Почти. Ну! Там мяч буквально находится на воротах. Наконец-то, первая победа. Дальше у нас барабанная дробь, это, ну, типа, гонка вооружений. Здесь просто делаешь килл, и бравлер меняется. Вот, кстати, вот этот режим мне больше нравится, чем вот это зеркало, где просто все за одинаковых бегают. Хотя, тут как бы тоже. Доел. Найс, найс. Так, пока что я держусь на первом месте. Сюда. Есть. Так, Эльприма, блин, как мне подобраться теперь к кому-то? Ай, тут еще и кто-то спавнится. Иди сюда. Есть. Фрэнк, давай сюда. Блин. Ну, пока я на первом месте, и мы делаем вот так вот. Да ну, не успел. Есть. Я теперь на полку. А, все, это последний. Ну, ладно, третье место, это тоже считается победой. И... да, плюс один. Ну что ж, теперь надо сыграть за вот этого персонажа. Я уже на нем наиграл нормально так. В принципе, что можно по нему сказать? Он, конечно, прикольный, но Берри был лучше. Это вот тот вот носорог или кто он там, лошадь. А вот этот вот Кленси мне нравится тем, что у него какая-то вот прям такая необычная механика. Так, вот этот обезьяна хочет у меня украсть баночку мою. Иди нафиг. Давай, иди сюда. Вот так вот любят они подворовывать, да? Блин, мне вообще эта карта не нравится. Она прям такая открытая. Здесь постоянно зажимают. Вот, вот, вот. Сейчас мы зажимаем как раз-таки... Есть. Кто не шарит, прикол этого бравлера в том, что вот я сейчас бью, и вот эта вот штука у меня накапливается, и я прокачиваюсь. Теперь я стреляю по две штуки. Ну, по две атаки сразу, видите? Памс. И мы делаем вот так вот. Что? Сейчас доест меня. Найс, найс. И вот этого еще было бы идеально сейчас. Все, хорошо. Не, бравлер хороший, но вот самое крутое, когда до конца прокачаешься, я сейчас на Карле я там покажу, он как раз вот. Он умрет же. Но я хочу просто прокачаться до конца, чтобы вот вы увидели, насколько это имба. Все, смотрите, у меня вот такая тройная атака, и я какой-то супер быстрый. Мне вообще кажется, что это теперь самый быстрый бравлер, вот именно с этой прокачкой. По-моему, он реально планирует меня убить. А я делаю... О, смотрите, как он среагировал, хорош, молодец. Ну ладно, хватит играться. Крутой бравлер, мне реально понравилось. Но если считать прям по имбе и за кого легче играть, так это за вот этого чувака, он тоже офигенный. Броубол, блин, я не люблю броубол. Как-то немного непривычно снимать не чикенган. Ну, если вы хотели бы, чтобы я снимал что-то еще, кроме чикенгана, то, конечно же, ставьте лайк, я думаю, и так очевидно. О, видали, как я ультой? Вот, кстати, ульта еще впритык, она там 1020 сносит вроде бы на максимальной вот этой вот прокачке. Так, как бы сейчас с ними так... аккуратненько разобраться. О, нифига, так я уже максимальный. Погнали. Так, просто зайти я смогу, да? Изи. Боже, он три раза где-то прыгнул, не нанес мне урон. Что это было? Так, отлично, мы подходим. Дай мяч, дай мяч! Боже, придурок. Не, такие меня, конечно, очень бесят. Я вижу эту офигенную карту. Вот это оформление, типа мы на корабле находимся. Вон щупальца там. Это вообще имба. Я люблю всю эту пиратскую тему. Я же все-таки фанат One Piece. Давай, иди сюда. Ах ты ж, блин. О, я его успел убить. Ну все, надеюсь, тиммейты... Хотя ладно, на кого я надеюсь?
Так, отлично, я, кстати, максимально, это вообще отлично. Но черт, этот гаджет на драка, где у него один хп остается, меня очень бесит. Так, отлично, могу даже Фрэнка загасить. Не, ну посмотрите, какая имба просто на максимальной прокачке. Но, опять же, ты не сразу такой будешь, конечно же. В этом-то и, как бы, баланс этого бравлера. Кстати, там тиммейт просто пошел и сдох. Ну просто сейчас кто-то умрет, я прям чувствую. Ну я же прям чувствую! Ладно, все равно она была в роботе, но все же. Так, следующий режим у нас дуэли. Я, кстати, ждал, когда этот режим вернется, но когда он вернулся, я даже не играл в него почти. Хотелось вроде, а вроде бы и нет. Так, я сейчас с базом, да, ну... Это, конечно, плохо, братанчик, для тебя. Блин, очень плохо. Найс. Ну и все, я думаю, тут у него нет шансов. А, ну, хотя... Нет, все равно нет. Ну, давай, высовывайся, что ты. Я почти максимальный, буквально чуть-чуть осталось один удар. Ой-ой-ой. Я слишком поверил в себя. Вот у нас, кстати, Рика уже работает, хорош. Так, мне просто дайте ульту. Есть ульта, надо теперь справиться с... Ну, пока плохо, 53-58. Если еще Джесси кинет свою ульту с гипером, это будет очень плохо. Так, герой, Рика герой, просто герой. Погнали! Ладно, я, ну, как-то ульту не особо на сейф потратил. Но мы все равно выигрыш. Добить, чуть-чуть, пожалуйста, сделайте это. Потому что там, по-моему, Джесси бежит уже. Фух, а то сейчас она кинула бы ульту, ну, это секунды 5, секунд 5 максимум. Алло, ну нет, зачем я в центр зашел? Ну, по факту, ну, может, совсем, окей. Я 1 в 2 остался против этих дальников. Так, один есть, вот тут сейчас сложно будет, очень. Оп, так вот, и вот так вот. 40 хп! А, кстати, мне надо 2 жетона, а... Тут один... Зачем я все это делал? Ну ладно, неплохо, у меня кубков прибавилось, и теперь мне придется апать еще, ну, 120 кубков. Да, в принципе, немного осталось. Думаю, выберу для этого кристаллы, в принципе, неплохая здесь карта. Спрячусь в этих двух кустиках, и никто не узнает. Первая победа есть. А дальше у меня выключили свет, и я решил просто без видео поиграть и до конца уже докачать до 25 ранга. Также пришел Жура, и как бы с ним мы уже довольно легко это сделали. Вот вам парочку каток интересных. Тут мы довольно легко забираем у врагов гемы. Это была довольно легкая победа. И тем временем мне остается буквально 25 кубков, это 2 победы. Как вы можете заметить, Жура взял того самого Берри, и это просто имба. Я уже об этом сегодня говорил, и вот он и меня хилит, и себя хилит своей атакой, вот этим вот мороженым на полу. В общем, очень хороший персонаж. Ну и здесь мы опять же забрали все гемы, вообще очень легко было. Ну и конечно же мы... Побеждаем. Ну и что получается? Остается всего лишь одна победа. Постоянно, когда мне остается всего лишь одна игра до чего-то, я всегда проигрываю. Я не знаю, это просто, ну, такое, как правило Бравл Старса. Я думаю, такое у всех. Ну и в этот раз я начал думать, что мы проиграем, потому что нас так легко сносили, ну... Капец просто. Но под конец, как обычно, мы быстренько забрали все гемы. И вот буквально у нас остается 3 секунды. Одного из нас убивают. Отчет прекращается. Вот мы опять сидим и ждем отчет. Вроде бы все нормально. Тут прибегает вот это вот чудо. Убивает Саню. Меня тоже запрыгнуло. И буквально 2 секунды, даже 1 секунда там была, и меня успевают убить. Здесь уже, конечно, мы точно не сольем. С одной стороны, тяжелое, с другой стороны, ну, угарно. Мы 3 раза подряд просто умирали. Ну и вот, получается, 25 ранг, 750 кубков. Как оказалось, довольно легко это было. А, ну и да, тот самый мигающий я все-таки смог открыть, там нифига не выпало, поэтому ничего интересного. На этом, в принципе, все. Если вам понравилось это видео, я думаю, это что-то необычное, потому что, ну, что-то кроме чикенгана, такое редко бывает. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А с вами был я, Дэн19К. Всем спасибо, всем пока!